Здравствуйте, мои дорогие. Вот поступил у меня вот такой заказ. Руки в краске. Я же не только занимаюсь украшением, я и с цементом работаю, и декорирую все подряд, поэтому тут чистые руки не бывают. Так. Ну, не устраивает заказчицу. Я думаю, скорее всего, вот эта фурнитура потемневшая. Но сами по себе, конечно, бусинки, ну, неземной красоты. Красивые очень. Вот, нужно это разобрать. Вот есть еще вот такие бусинки. Господи, это все краска. Вот, есть еще вот такие бусинки и вот такие мелкие. Они другого цвета, но зеленые с такими фиолетовыми очень хорошо смотрятся вместе. Вот, и нужно вот это убрать. И, наверное, я сделаю... Есть у меня цепочка бронзовая. И, наверное, я сделаю... через цепочку вот эту. Ну, начну сейчас делать и посмотрим, что получится из этого. Ну, мне кажется, должно красиво получиться. Уж больно хороши бусины сами. Ну, вот, достала я фурнитуру. Поверьте, это еще не все, что у меня есть. Достаем пины вот такие с колечком и будем сейчас все это дело соединять. Так, сначала нам нужно убрать, она никуда не пригодится, потому что здесь кремпами все зажато, да и она уже в таком состоянии, эта цепочка, что только на выброс. Ну, вот так они разъединяются. Так. Берем пин. Я вам почему показываю, может быть, кому-то захочется самому сделать. Обрезаем на нужную нам длину. Вот, единственное, что, если у вас вот одна, с одной стороны, вот так петелька, видите, то с другой стороны она должна быть перпендикулярна ей. Иначе будет некрасиво, мои хорошие. Вот, и так каждую бусинку. Теперь берем и делаем колечко. И вот все вот эти бусины сейчас мы вот так и соберем. А потом уже и такие. Точно так же здесь вот так, а здесь будет перпендикулярно. Ну, я ваше время поберегу, конечно. Как все соберу, тогда покажу, что дальше будем делать. Что, позвонила я заказчице, поинтересовалась, каково длину цепочек ей делать. Но это такое сухое слово «заказчица». На самом деле, это моя очень хорошая подруга. Но сейчас она выступает в роли заказчицы. Так, она сказала, что... Даже лучше, если они будут разной длины. Что меня очень порадовало. Ну, хорошо. Вот беру я одну бусинку.
Да что ж такое? Одеваем ее вот на этот пин, который мы сделали колечко. И закрываем. Вот одна бусинка у нас уже на цепочке. Так, ну, раз разную длину надо. Сейчас мы... Украшение должно быть длинное. Если получится, то будет прямо как сатуар. Вот, мои хорошие, сатуар. Это длинное украшение длиной от 1,20 м до 1,80 м, которое можно носить в два ряда, а у кого там тонкая шеечка, так и в три. По-французски это переводится сатуар, ну, как через плечо. Украшения эти были в моде с 20-х годов прошлого века. И в моде они до сих пор. Они не выходят из моды. Конечно, не каждая женщина будет носить через плечо или вот прям во всю длину, да? В основном, конечно, носят вот в два ряда. Но факт от этого остается фактом. Ну и теперь будем собирать. Все это будет асимметрично. Я очень редко делаю такие украшения. Редко. Тема интересней. Ну что же, почти готово. Почти готово. Сейчас я вот эти еще доделаю. И вам покажу, что получилось. Ну вот что у меня получилось, мои хорошие. Сейчас я их на солнышко вынесу. Вот такое вот украшение. Сейчас я отправлю заказчице фотографию, так ей нужно или нет. Заказчица одобрила. Ой! Мою работу. Все. Буду делать следующее украшение. А вам, мои дорогие, спасибо всем огромное за внимание. Спасибо.